спать. В его бытовке обязательно должен быть портрет президента, а решительный взгляд главы государства будет добавлять решимости в работе. Стройку задумал грандиозную, расслабляться некогда. Свое хозяйство он назвал «Русь» и очень хочет, чтобы будущая ферма переняла немного мощи этого емкого слова. Вот это здание, вот телятник, который я сейчас ставлю, будет у нас российский флаг. А почему? Ну, патриотизм. Народ, Россия, флаг. Почему? Люблю Россию, что могу сказать. Люблю свою страну. Наш триколор — это самые лучшие цвета. Этому парню в стильных рваных джинсах и армейской кепке всего 27 лет. Знакомьтесь, Кирилл Скалкин, родился в ВЫКСе. Образование высшее, строительное. Занимался инвестициями в недвижимость. В 25 ему надоело сидеть в офисе, и он купил землю в деревне Тамбалес в 20 километрах от ВЫКСы. В городе остались жена с двумя детьми. Вот дом построит летом, перевезет. Очень хочется, чтобы дети росли на всем своем, натуральном. В магазинах что продают сейчас? Вот еще до санкций, когда вот эти Россия признала, у меня уже в голове было, что мы что-то здесь у нас не то в России происходит, это что-то у нас прилавки-то забиты. Яблоко берешь, а ешь воду простую, да, эту яблоки раньше ешь с кожурой, сейчас кожуру надо всю срезать, потому что кожура какая-то химикатами идет, непонятно, что творится. Я думал, уехать в деревню, будет у меня своя продукция. Вот. И как бы все пошло-пошло, я вот уже пошел мыслить масштабно гораздо. И задумал грандиозное, не маленькое личное подсобное хозяйство, а собственная ферма. Жена поддержала, обложился книгами, составил бизнес-план. Стройка закипела осенью, все делает сам, строительный опыт помогает. Все хозяйство разместится на 60 сотках земли. Вот это действующий телятник, вон там строится еще два, а чуть дальше будет фруктовый сад и теплица, а жена собирается разводить цветы. Кирилл говорит, все пространство нужно использовать по максимуму, поэтому на втором этаже телятников собирается разводить перепелов. Тоже прибыльное дело. Да и вообще диверсификация на будущей ферме задумана масштабная, и новые идеи постоянно приходят. Вроде и курдючных овец прибыльно разводить, а будет много молока, можно будет и сыроделие освоить. Но не все сразу. Первый доход приносят куры, по 2 десятка яиц в день, все сразу продается. От телят до козлят пока прибыли нет, не выросли еще. Почему начал с маленьких, чтобы привыкнуть к этому всему, чтобы была привычка все равно. Поначалу все равно боялся большую корову, как бы тут, как ни крути, это новое для меня. Ну вот, сейчас буду стелить, уже не боюсь, уже как бы готов сейчас купить коров уже дойных. Мне нравится этим заниматься, во-первых, это я в душе у меня, это, понимаешь, как бы, и хочется этим заниматься. И не думаешь о том, что там можно другим, да, можно было другим заниматься, сидеть там в офисах, там какими-то другими, там строительством, стройки. Здесь у меня своя стройка, я каждый день строю. Вот мое строительство. Я работаю сам из себя строителем. Плюс еще я фермер. Пока мы с Кириллом ходим по ферме, за нами везде таскаются обе козы, да маленький пес-малыш. Они вообще будто приклеены к хозяину. А в коровнике молодой фермер и вовсе удивляет. В первую очередь оригинальными именами, которыми он нарек постояльцев. Дуб, Бастик и Бес. Это три бычка. Здесь Мурло, Монро и Ночка. Дашка, Машка. Манька, Гаврюша, Рыжий и Борька. По планам молочных коров в хозяйстве должно стать около сотни, и тогда запомнить всех по именам вряд ли получится. Зато удастся получить грант на дальнейшее развитие хозяйства. Местные деревенские не сомневаются, дело у Кирилла пойдет. В уже построенном коровнике с работой ему помогают соседские дети. Когда он уезжает в город, кормят зверье. Вообще так вышло, что хозяйство «Русь» находится на возвышенности, поэтому будущее строение в цветах российского флага будет видно на всю деревню. А еще всей деревне, а может и всей стране, вовсе не помешало бы услышать, с каким настроем нужно начинать сворачивать горы. Глаза боятся, руки делают, парни. Надо работать, работать надо. Алексей Александров и Михаил Городников из Выкснусского района. Объективно. Итоги недели. ННТВ.